Ну что? Что можно уточнить, что у вас за устройство? Телефон. Видеокамера. В соответствии с гражданским кодексом вы должны предупредить о съемке, где вы будете ей использовать в дальнейшем. Предупреждаю, в общественных интересах может быть выложено в сеть интернет. Я вас слушаю. Три вопроса. Так или иначе, они все касаются отдела полиции номер 3, то есть как они работают. То, что касается начальника отдела полиции, она подала заявление 30 декабря. На сегодняшний момент никакой информации о том, что ее приглашают на завтра на беседу, нету никакой информации. Более того, я также записывался, мне сегодня перезвонили, сказали, что не на 17 часов я записан, а на 19 часов. Ну, то есть ни с того ни с сего поменяли график. У меня поэтому возникает вопрос, почему ее не уведомили, хотя она еще в прошлом году подала заявление о том, чтобы попасть на личный прием. У него в этом месяце только один прием. До сегодняшнего момента никто не наказан, в том числе начальник отдела полиции номер 3, то есть Чухарев Николай Валерьевич, за свои бездействия, за то, что у него подчиненный персонал работает некачественно. Это связано с нашим обращением. 22 сентября было обращение по факту мошеннических действий со стороны неких ремонтников крупной бытовой техники. Значит, тот человек, на которого было подано заявление, до сих пор продолжает осуществлять свою деятельность, на мой взгляд, незаконную, мошенническую. Более того, сделал контрольный заказ этих услуг. Было зафиксировано на аудиозапись, как он производит все эти мошеннические действия, как он обманывает, что у него адрес такой-то, на самом деле он находится по другому адресу. Адрес мы его установили наконец-то из материалов доследственной проверки, с которым все-таки нас через 3 месяца ознакомили. С большим трудом, очень много было подано соответствующих заявлений о неправомерности отказа нам ознакомиться с материалами доследственной проверки. В итоге Чухарев даже не извинился, придумал какую-то историю, что якобы он нам дает ознакомиться с этими материалами не из-за того, что как бы есть закон, обязывающий его ознакомить нас с материалами доследственной проверки, а якобы он взял какие-то письменные согласия от всех участников, с которых брались объяснения. Он до сих пор не признал и не извинился за то, что отказывался в предоставлении нам информации. Я усматриваю признаки преступления статьи 140. Это отказ предоставления гражданину информации, собранной в установленном порядке. Хотелось бы понять, почему себя начальник отдела полиции себя так ведет. Почему у нас возникают постоянно сложности для того, чтобы прийти к нему на прием. Ну, давайте так, значит, Владимир Иванович. Первое. Я не понимаю, почему время изменено. Вам надо написать заявление, чтобы мы провели проверку. Угу. Это первое. Второе. У вас есть сейчас доверенность или договор с потерпевшей по этому инциденту? Я просто озвучиваю саму проблему. Доверенность есть, написанная от руки в отделе полиции номер 3. Это на, вы пришли ко мне на прием, я должностное лицо. Вы же прекрасно понимаете, что я третьему лицу какую-либо информацию давать не могу. Я тоже вас попрошу, вы напишите сейчас заявление по своим событиям, потому что я же должен разобраться во всех событиях, которые вы сейчас озвучили. Да. И дать вам уже конкретный письменный ответ. Почему по первому вопросу так получилось, почему по второму так получилось? Как таковое отсутствует дело производства. То есть заявления не регистрируются, талоны не выдаются. Если заявления принимаются, по ним не даются никакие ответы. Постоянно идет какой-то обман. Я не могу понять, почему полиция никак не пресекает те действия, которые до сих пор продолжаются. То есть этот человек продолжает дальше обманывать людей. Суть там заключается в том, что он приходит на квартиру, пользуется вот этой внезапностью своего прихода, пользуется тем, что человек не ожидает этого прихода, изымает дорогостоящую какую-то плату управления и пропадает, потом вымогает деньги. Давайте вы напишите заявление, чтобы я разобрался, потому что где уже вагон и маленькая тележка, поэтому все упомнить невозможно и вообще другое подразделение. Я имею в виду на отдаленности. Мне, чтобы получить материалы, вы должны мне все описать. Я должен изучить, посмотреть, дать процессуальную оценку и вам уже ответ на основании вашего заявления, на основании тех материалов, которые имеются в отделе полиции номер 3. Ну вот, несмотря на то, что у меня с собой нет доверенности от моего доверителя, у меня есть копия ее заявления, она мне сбросила. Я могу сейчас написать заявление, просто приобщить.
Если что, я доверенность могу до завтра донести. Да не вопрос. Угу. Сейчас у меня на руках нету, она тоже сейчас на работе, занята очень. Да. Ну, заявление напишите, что... Хорошо, как, где можно сказать? Можно сейчас как-то вот это вот мое заявление зафиксировать на карточке личного приема, чтобы мне 10 раз не писать? Конечно, Ирина Александровна... Карточки личного приема нет, но с электронной регистрацией. Вы там, я без листика, без ручки, без ничего. Вам дадут сейчас и бумагу, и ручку, вы напишите заявление. Хорошо. Еще, Вячеслав Владимирович, разрешите пояснить, значит, перемена мест, да, или перемена записи на личном приеме, это не основание в отказе вам проведения личного приема. Вы или ваш доверитель может обратиться без записи в часы личного приема Чухарева. Запись это не является основанием прибытия или неприбытия. Если вы пришли на прием в дни приема и в часы приема, вас обязаны принять. Это вам просто, это понятно, это да. Вам по времени просто для удобства вам сделано. Мы для этого как бы и специально, на всякий случай, согласовывали. Потому что если меня перенесли на 19 часов, а он принимает до 20 часов, соответственно, есть предположение, что такая большая очередь, что у меня человек, который записывался... Если вы придете, даже в 21.00 он примет вас. Ну, так будем надеяться. Здесь вы не переживаете, здесь обязаны мы принимать вас по времени. Пришли, если даже затянется ваш разговор, в любом случае вас примут. Угу. Вот у меня все-таки большая просьба, чтобы это как-то отметить. Мы уже обращались в МВД по Мурманской области по данному вопросу. Я ссылался на то, что вот в сети интернет есть соответствующие видеоролики на эту тему, чтобы просто руководство посмотрело и дало оценку той работе, которая происходит в отделе полиции номер 3. Потому что там, ну, наглядно все показано, как мы приходили на прием, как нас не пускали, как ведется дело производства, как нас обманывают, как перед нами извиняется Чухарев. Причем получается, что мы у него вытягиваем эти извинения. Никакого официального письменного извинения он ни одного не принес. Там четко зафиксировано, что в итоге он дает нам сфотографировать материалы вот этой доследственной проверки. В итоге при этом, ну, придумывают вообще какие-то чудеса, что якобы кто-то вот письменное согласие сделал. Прокуратура нам звонит и приглашает непосредственно областная прокуратура прийти в областную прокуратуру, ознакомиться с материалами доследственной проверки. Мы им объясняем, ну как мы можем ознакомиться, если это обязанность именно отдела полиции. Более того, прокуратура дважды вынесла предписание им нас ознакомить. То есть такое ощущение, что даже прокуратура пытается выгородить от отдел полиции, чтобы вот как бы они не исполняли свои обязанности. Ну, ознакомление с материалами дела самой заявительницы, это априори никаких там согласий не нужно. Обозначается время, приходите снимать. Ну, к сожалению, сложности возникли. Самое интересное, ну, что... Давайте так, чтобы этого не было голословно, вы напишите, чтобы я проверил. Так мы уже писали. Да, ну вы же не сюда писали. Ну давайте я вам еще лично напишу. Да, напишите. Хорошо. Ну, потому что вы на моем приеме, я должен это все посмотреть, хорошо, материалы изучить и дать уже вам. Просто мы ждем официальные извинения от Чухаря, ну, Чухарева Николая Валерьевича. Официальные извинения. Не чтобы мы его вытягивали, а извинения за то, что вот он нам 3 месяца не давал ознакомиться с материалами доследственной проверки, что он нам давал недостоверную информацию о том, что якобы он нам направлял уведомление о том, что приходите так, такого-то, такого-то. Сейчас я вам ничего сказать не могу, потому что я не знаю всех событий. Ну, большая просьба посмотреть. Я только выслушал одну вашу сторону, мне надо выслушать всех сторон, и потом уже сделать выводы определенные. Прошу для объективности изучить те видео, которые были. Там и по факту мошенничества конкретно показана информация, и по факту, как мы уже этот вопрос пытаемся уже, получается, второй год решить. Хорошо. В отделе полиции номер 3. Вы его сдадим задание. Да, у меня все. Сейчас тогда сформулирую все заявление. Спасибо. Спасибо. Прошу принять меры к тому, чтобы в отделе полиции номер 3 МВД России по городу Мурманск были привлечены к ответственности сотрудники полиции, в том числе начальник Чухарев НВ, за волокиту и отказ предоставить информацию в полном объеме по обращению граждан. По факту нарушения прав, чтобы были принесены официальные извинения, чтобы был организован личный прием, согласно ее заявлению от 30.12 прилагается. И никто не пришел. Ну это понятно было, ежу. Это просто... Сейчас вызвал другого мастера, там у него диагностика бесплатная, ну вроде бы вежливая тоже сейчас. Через документы должен с 15 до 16 подойти, сижу, ожидаю,
по поводу Егорова этого сервиса. Слушай, заявляться-то к ним вообще не стоит, да, вообще? Так как они меня уже знают, да? Так смысла нету, да. Туда заявляться будем уже после того, как уголовное дело будет возбуждено. Вот сейчас, что сейчас заявляться? Там, скорее всего, у них и офиса нету, нет ничего. Они просто от балды называют его и все, да? Ну, может быть, они там собираются как-то, но не для приема клиентов. Ну, понятно. Бля, ну совсем оборзевшие, ну вот веришь, нет, ну просто оборзевшие. Ну как это вот можно снять деталь и унести ее на 60 дней? Ну я не понимаю этого, просто не понимаю. Это, там дело не в 60 днях, это договор, который ты сфоткал, это они его уже подкорректировали для того, чтобы уже из этой ситуации выходить. Здесь вопрос не в 60 днях, а в том, что этот договор не содержит информации персональной о том, вообще с кем ты договор заключаешь. Ну да. Потому что адрес, я посмотрел, адрес левый. Он, когда там с тобой разговаривал, один, значит, Галимов говорит о том, что он там на Сомова якобы проживает. Тот говорит, что у них офис, типа, на Егорова. Ну, то есть, они врут прям, блядь, сходу. А, помнишь, ты мне, Вов, говорил, что у них есть свой чат? Да. Так вот, они ушли. И как минут через 20, 25, 30, через полчаса. То бишь, я никуда никакие заявки не отправлял. То бишь, можно, знаешь, типа как, отправляешь заявку, тебе там через 5 минут перезванивают. Я никуда ничего не отправлял, нигде ничего не вводил. Как мне звонки, как начали поступать. От одного, от другого и так далее. Вы оставляли заявку? Я говорю, я не оставлял ничего. Откуда у вас мой номер тогда? А, вернее, откуда у нас ваш номер? Я говорю, слушайте, я не знаю, я ничего не оставлял. То есть, получается, они мой номер куда-то передают посредникам. Понял? Система как работает. Видимо, в чате вбивают, и они начинают названивать, то бишь добивать меня. Понимаешь? Ну, в том-то и дело, что к тебе могут прийти те же самые, только другие люди. Поэтому так же самое тебя захотят наебать. Как бы ты имей это в виду. Ну, как бы у меня мысль просто такая проскочила в голове, что они скидывают куда-то в чат мой номер и начинают названивать. Я знаю, что я никуда ничего не обращался, кроме них. И тут мне идут звонки, понимаешь? Так и есть. Я просто в шоке вообще. Так, а вообще, что по этому уголовному делу против него? Оно ведется еще пока? Еще даже возбудить не могут. Получается, если возбудят, там даже, получается, я свидетель-то буду, да? Конечно, конечно. Там дохуя потерпевших будет и все остальное. Я понял. Ну, я-то поприсутствую однозначно. Крышуют. Менты крышуют этот бизнес 100%. Тут даже сомнений быть не может. Угу. Ну, прям под носом обманывают людей, и они ничего не делают, знаешь. Ну, это очевидно. Конечно. Что просто так это работать не может. Это значит, кто-то в какой-то кабинет кому-то заносит и, соответственно, крышуют, говорят, типа, ребята, этих не трогать, все, пускай работают. Преступная схема. Просто посмотрим, до какой степени они будут выгораживать, подставляя себя. Потому что, вот, по крайней мере, начальник отдела полиции номер 3 уже себя очень красиво показал в этом отношении. По-моему, уже более чем очевидно, что именно он занимается этим крышеванием. Лично он занимается. А что в мире происходит, я не понимаю. По поводу этого ролика по ножовщину то же самое. Я не понимаю вообще. Просто мне в голове просто не укладывается. Ну, так вот. Я понял. Ладненько. Отдыхай. Угу. До связи. Давай. Давай.